Ну, посвятим несколько секунд этому кадру, да и, в принципе, всяческому бесполезному делу, друзья мои. Да здравствует бесполезное дело. Да здравствует бесполезное времяпрепровождение, бесполезные мысли и бесполезные чувства. Все. Давайте проделаем следующий трюк. Видишь, какая благодать, светофор не работает. Московский светофорный беспредел. Эх, Мерседес хороший. Вот, я уже говорил, что вот эту... Здесь вот есть парикмахерская, вроде, со двора вход. Я туда ходил 20 лет назад стричься. Парикмахерша, которую зовут Юлия Носаченко. Каждый раз с удовольствием шел, потому что каждый раз это было какое-то легкое восхищение мной. Я не знаю, и каждый раз вообще мне нравилась очень обстановочка в парикмахерской. Сейчас тоже, в принципе, я вообще, еще раз говорю, я мистер обстановка. Мне очень важен материал, атмосфера. И вообще, я бы, конечно, сантехником бы устроился, чтобы бывать во многих квартирах, везде заходить. С таким удовольствием вообще хожу в гости, редко зовут. Так бы ходил бы каждый день. Ходил бы, смотрел какую-то новую квартиру. Как там что обустроено и какая атмосфера. Так бы очень хотелось. Ну, что называется, хочется, значит, сбудется, друзья мои.